Всем привет, мои хорошие! Получила посылку. Будем смотреть? Будем. Ох, вот такая вот посылка. Тяжелая. Так, посмотрим. Ага. Что здесь написано? А, ну здесь только адрес. Плата 512 рублей. 512 рублей только за доставку. Не считая оплату почтовых услуг за пересылку. Доставка, оказывается, доставка, плюс еще и оплата почты. Дороговато, конечно. Вес 6570. Ну ладно, будем открывать. Вот так вот положу. Упаковано все отлично, я смотрю. Фирма Бекер. У них цветы, деревья, рассада. Ну, не рассада, а все такое вот для сада. Вот как все хорошо запаковано. Так, послание. Подарок. Семена купчиха. Это малина-клубника в одном, по-моему. Подарок. Два саженца малины. Каскад Делайт. Ух ты. Три подарка прям. Заказывала я вот малина крупноплодная, гигант рубиновый. И малина крупноплодная, желтый гигант. Короче, все гиганты. Все, как я люблю. Все большое. Так, 8 саженцев гигант рубиновый и 4 саженца желтый гигант. Ага. Город Смоленск. Фирма Беккер. Так, ладно, будем смотреть. А, это у нас... Это мы убираем. Видно? Малина живая, видно. Вот, зелененькая. Упакована очень хорошо. Все в пакетике. Вот видите как. Вот, уже даже листочки пошли. Так. Это желтый гигант. О, хорошо, мне нравится пока. А это рубиновый гигант. Гигант рубиновый, понятно. Так, это у нас тоже гигант. А где же подарки? Хочу найти подарки. Это... А где подарки? А? А, вот они, вот, два сразу, два в одном. Каскад Делайт. Надо почитать, что это за каскад Делайт. Интересно. Надо садить, наверное, уже, не знаю. У нас по ночам заморозки, но... Это желтый гигант. Короче, черный это желтый гигант, а это... Так, вот еще... О, запаковали, нифига себе. Подарок. Земклуника. Земклуника. Вот, земляника и клубника. Купчиха. И здесь, как я вижу, три семечка. Просвечиваются три семечка. Ну ладно, и за это спасибо. А это вот такие каталоги, такие яркие. Вот смотрите, какие каталоги, вот я открою. Смотрите, какое здесь все красивое, а? Разве можно это вот так вот просто пролистать со спокойной душой и ничего не заказать?
Это же невозможно. Это ж сердце остановится. А? Мне тут все надо. А потом, как подумаешь, если бы оно еще все само садилось и обрабатывалось само. О, советы и рекомендации. Вот, видите, тут советы еще есть. Посадка, как обрезать, как... Это надо почитать. Вот такая вот посылка, ребята. Мне понравилось. Все саженцы, вот, уже смотрите, листочки, почечки уже просыпаются. Их срочно надо садить. Я думаю, что мороз им не помеха ночной. Ничего им не будет. Или подождать. Я даже не знаю, вот. Не знаю, что делать. Может, кто знает, напишет мне в комментариях. Подождать или уже можно садить. Вот сегодня ночью было минус 8. Ладно, на этом все. Покажу вам, как буду садить. А сейчас пока!